Всем привет, ребята! Вы снова попали на канал Трунастя. И сейчас я нахожусь в Эквадоре, в городе Мачала. И мы сейчас поедем в океан! Я так рада, я уже целый год не была на море, и поэтому сейчас мы поедем туда. И я вам немного покажу, как мы будем добираться, как мы будем отдыхать. Так что желаю вам приятного просмотра. Поехали! Вход 25 центов на территорию деревеньки. Вот. Это вроде как манго. Да, манго. А вот алоэ, смотри, Настя. Вот дядька купается прям с салки-палкой. Небось, блогер какой-то известный. В Америке тут. Так вот становится известными. Снял видео на фоне воды, и все сразу 1 000 000 просмотров. А вот наши ребята в волейбол играют. А вот и я. Мы попали на эквадорский рынок. Смотрите, какой тунец большой вообще. Все обычные крабики. Они, кстати, только что шевелились, они а сейчас что-то уже не шевелятся. Вот этот еще больше. Блин, посмотрите. Посмотрите, какой он здоровый. Рыбина. Не дай бог такого встретить, а, в воде. Бананы, целая куча зеленых бананов. Мы наконец-то доехали домой. Я очень устала, но у меня столько эмоций, мы наплавались, назагорались. Это просто невероятно классно. Спасибо вам большое за просмотр. Понравилось, если вам видео, то поставьте обязательно мне лайк, мне будет очень приятно. Подпишитесь на канал, я скоро выложу еще несколько новых видео, и чтобы их не пропустить, нажмите на колокольчик. Ну все, всем спасибо большое, пока, увидимся скоро. С вами была Настя Трушина.